Вот они, самые первые листочки, которые уже почти-почти. Чем же заняться в такой прекрасный весенний день? А это мы сейчас с вами вместе и придумаем. Это программа «Молодежный проспект», и я ее ведущая Анна Захарова. Здравствуйте! А в этом выпуске мы увидим девушку, которая взяла и сделала. Узнаем, что такое роуджампинг, и познакомимся с известным журналистом Василием Карельским. Я обожаю знакомиться с новыми и интересными людьми, ведь они так вдохновляют. Студенты ЮРГУ встретились и даже позавтракали с известным журналистом Василием Карельским. Мы проводим сегодня мастер-класс члена Союза журналистов России, руководителя программ ВГТРК Первого канала с 2002 по 2011 год, академика Евразийской академии телевидения, члена Международной ассоциации прессы. Могу долго перечислять регалии, и большой друг журфака ЮРГУ Василий Николаевич Карельский. Василий Карельский не первый раз приезжает в Челябинск. Признается, что любит наш город благодаря тому, что в нем есть маленькая копия МГУ. Василий успешно работал на Первом канале и на телеканале «Россия». Сейчас руководит пресс-службой крупной компании по продвижению российских атомных технологий и своим долгом считает делиться профессиональным опытом со студентами-журналистами. Студенты, которые занимаются в этом вузе, на факультете журналистики, они, я не знаю, как вас набирают, но вы отличаетесь от других студентов. Вы горите, у вас горит глаз. Вы пытаетесь не просто задать вопрос, а какой-то нестандартный подход использовать. У вас много практики. То есть вы уже сейчас на там, первом-втором курсе, вы уже с микрофоном, вы уже с хорошим оператором, вы уже продумываете, как это лучше сделать, как вы будете монтировать, как вы будете подходить, заходить на тему, какие синхроны вы будете получать. Вы уже сейчас занимаетесь практикой. Это бесценно. В этот раз Василий Карельский приехал в Челябинск в рамках фестиваля науки. На своем мастер-классе вместе со студентами пытался ответить на вопрос, пиарщик и журналист, на деле друзья или враги. В итоге пришли к выводу, что они должны уметь договариваться. Каждый, кому посчастливилось принять участие в беседе, смог ощутить невероятный посыл энергетики и драйва. Человек нам дарил свою энергию, требовал от нас энергию и буквально заражал желанием делать этот мир лучше. И приятным бонусом для меня было то, что я получила эту матрешку, я задала вроде бы такой, ну, не относящийся к теме вопрос, но он почему-то понравился. Некоторые студенты даже позавтракали с Василием Карельским и в неформальной обстановке узнали его философию жизни и секрет успеха. Я рано утром просыпаюсь, начинаю уже утром дома работать, потому что я руководитель пресс-службы, мне нужно знать уже, какой сегодня информационный посыл по нашей теме. Потом я бегу на работу и знаю, что у меня очень насыщенный, интересный день. Василий Карельский заряжает своей неиссякаемой энергией и вдохновляет на новые профессиональные подвиги. В его глазах всегда читается любовь к своей профессии. И то, как Василий преподносит информацию, невозможно забыть. Мне очень понравилась форма доверительной беседы, когда дистанция между нами сокращается, как между профессионалами, как между людьми. Потому что сегодня прозвучали не только истории для профессионального твоего опыта, как журналиста, но еще и доверительный разговор о сыне, доверительный разговор о жизни, вообще о том, как нужно относиться к себе, к людям вокруг. С высоты своего полета Василий Карельский дал несколько советов не только начинающим журналистам, а каждому, кто хочет просыпаться утром с улыбкой на лице. Первый совет – очень много читать. Призываю читать русскую классическую литературу. Это удивительная история, позволяет очень много анализировать, обогатить словарный запас, грамотная чистая русская речь. Второе – встречаться с интересными людьми, делать все возможное для того, чтобы всегда вам давали некую энергетику. Далее всегда нужно помнить о том, что ты учишься для себя. Потом будет стыдно, если ты что-то сейчас не сделал. Потом будет стыдно. Поэтому, чтобы не было стыдно ни тебе, ни твоим родителям, ни твоим друзьям, нужно уже сейчас быть профессионалом. Ну и потом любить жизнь вокруг, любить те события,
и, как мы сегодня договорились на нашей встрече, менять эту жизнь в лучшую сторону. Любовь к жизни, самому себе и окружающему миру, благодарность и сострадание, умение договариваться и ставить себя на место другого человека. Именно такими качествами, по мнению Василия Карельского, должен обладать настоящий журналист. И по итогу общения с Василием, каждый студент смог вынести для себя новые аспекты не только работы в журналистике или пресс-службе, но и в своей личной жизни. Вроде высота небольшая, а страшно. Нет, знаете, я, пожалуй, останусь здесь. Мне и так хорошо. А вот в нашем следующем сюжете вы увидите ребят, которые не боятся ничего. Даже спрыгнуть со скалы. Каждый из нас убежден, что человек не умеет летать. Но сегодня я заверю вас в обратном и на своем примере докажу, что научиться летать вполне возможно. Для этого я обратилась к профессионалам, людям физически и морально подготовленным, которые хотят, а главное могут, помочь сделать шаг в неизвестность. Несколько лет назад Антон Абрамейцев основал в нашем городе экстремальную школу и первым познакомил челябинцев с роп-джампингом. То есть изначально мы скалолазы, альпинисты, спелеологи, и были сложности с восхождением на сложные участки трасс, сложные участки скал. И для тренировки личного состава мы собрали первую систему роп-джампинга. Роуп-джампинг – это прыжки с альпинистской веревкой с низковысотных объектов. Своего рода отработка срыва со скалы. Страх срыва со скалы, который, собственно, блокирует наши физические возможности. Мы боимся и не можем преодолевать сложные участки. Для этого и был создан роуп-джампинг, чтобы преодолеть собственный страх. Так у любителей острых ощущений и профессиональных экстремалов появилось новое увлечение, а у новичков возможность проверить, может ли человек испытать чувство свободного полета. Я прыгала 3 раза. Сегодня должен был быть 4-й, но я передумала, потому что мне стало страшно. Для тех, кто думает, что следующими прыжками становится менее страшно, хочу сказать, что это неправда. Страшно все так же сильно, возможно, даже сильнее. Свои прыжки с искусственных объектов экстремалы совершают вне зависимости от погодных условий. Так и нашу съемочную группу не остановил ни снег, ни сильный ветер. Намного важнее погоды выступает другой фактор – безопасность. Ее обеспечивают опытные инструкторы с качественным снаряжением. О, Господи, я не могу! Можешь? Нет! Мой первый прыжок получился не самым эффектным, но в отличие от меня, опытные джамперы во время прыжка часто выполняют зрелищные акробатические трюки и элементы. Это, безусловно, требует долгих и упорных тренировок. Мы делаем акробатические трюки, с экзита исполняем сальто вперед, сальто назад, фляг, в общем, прыгаем рыбкой, по-всякому, аквалангистом, ну, в общем, замечательно, это просто жизнь. Если вы любите спорт, хотите стать профессиональным экстремалом или избавиться от страхов и обрести свободу, то не бойтесь испытать себя. Но не забывайте, что заниматься экстремальными видами спорта нужно исключительно под присмотром профессионалов. Скоро лето, это значит, пора приводить себя в форму. Но многие ограничиваются этим «пора». Героиня нашего следующего сюжета так подготовила свое тело к пляжному сезону, что обзавидуется любая девушка. Смотрим. Уверенный взгляд, рельефное тело и накачанные мышцы. За 2 года усердных тренировок Анне Похоруковой удалось изменить себя и стать призером и финалистом различных чемпионатов по фитнес-бикини. Мой первый серьезный тренировочный опыт совпал с первой подготовкой к соревнованиям в рамках фитнес-проекта. У меня не было времени на главное погружение в тренировочный режим, учение техники упражнений, поэтому приходилось изучать все. По образованию Аня архитектор, но, как оказалось, спортсмен в душе. Ради участия в соревнованиях по фитнес-бикини ей пришлось отказаться от привычной жизни и заменить простые карандаши, ватманы и макеты на ежедневные тренировки. Было нелегко так резко изменить свой образ жизни, как физически, так и психологически. Я уходила из дома около 7 утра и возвращалась почти в 10 вечера, после чего приходилось еще готовить еду на следующий день. Под
Подготовка к таким соревнованиям, как фитнес-бикини, это долгий и кропотливый труд не только в физическом, но и эстетическом плане. Ведь для выхода на сцену и победы участникам недостаточно иметь сухую спортивную форму. Оценивается абсолютно все. Только пропорция тела, но эмоциональная подача, стали сфокусированы, шьется купальник, как правило, усыпан травами Суровски, создается полностью образ, специальная обувь, прическа, макияж, тело носится специальный гель. Делается маникюр, педикюр, производится лечение, эстетические процедуры перед соревнованиями. Помимо всего прочего, спортивная деятельность влечет за собой эмоциональное напряжение. И для того, чтобы не сбиться с намеченного пути, понадобится исключительное упорство и твердый характер. Я не искала мотивации на стороне, потому что когда человек чего-то хочет, он достаточно самозамотивирован и обязательно добьется своего. А так примерно за год я значительно улучшила свои формы, стала выносливее, сильнее, потому что у меня было желание. Существует стереотип, что за красивой картинкой на сцене всегда скрывается негласная закулисная борьба. И отношения между конкурсантками бывают довольно натянутыми. Но, как оказалось, интриги и конфликтные ситуации не всегда преследуют спортивные соревнования. Спортсмены, как правило, едут на соревнования командой со своим тренером. Это помогает сконцентрироваться и не пускать. Никакого негатива нет, потому что все заняты подготовкой. Еще 2 года назад она была новичком в мире спорта. Сегодня Аня призер и финалист различных чемпионатов по фитнес-бикини. И по ее словам, это только начало. Весна – это время, когда нужно менять себя в лучшую сторону, совершать безумные поступки, знакомиться с интересными людьми и, кстати, начинать подготовку к экзаменам. Это была программа «Молодежный проспект» и я ее ведущая Анна Захарова.